Анастасия Блохина – врач, многодетная мама. Воспитывает 5 девочек. В непростой период пандемии она вместе с центром «Мамина помощь» участвует в особой акции, которая делает жизнь людей чуточку слаще. Семьи в основном многодетные, либо семьи очень нуждающиеся, и матери-одиночки у нас есть, и матери, имеющие деток-инвалидов, и помощи, конечно, не хватает. Зачастую невозможно вообще выйти из дома, и, конечно, когда мы можем привести, можем как-то помочь. В этот раз помощь необычная. Организовать ее помогли сестры Гуар и Эмма Бабаян, у которых бизнес по производству пончиков. 150 семей теперь получают в подарок замечательное лакомство. Каждый помогает по-своему. Эти люди решили, что они хотят радовать детей наших семей. Это наши вкусные пончики, которые еще из советских времен, с пудрой. На каждую семью выделяется по 10 пончиков, и это происходит 2 раза в неделю. Акция продолжается. Организаторы поделились. Радостные эмоции детей, благодарность от мам, получающих румяные пончики, дороже любой выгоды. Делайте добро, оно всегда возвращается. Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».